Так, друзья, это видеотест Redmi Note 8 Pro. Вот у нас лежит Redmi Note 7. Вот, ну, к сожалению, разблокировать левой рукой я не могу. Коробочка. Смотрю передачу про Лермонтова. Фильм целый про его жизнь автобиографическую. Очень классный фильм. Ну вот, собственно, вот так вот моя кухонка. В общем-то и неплохо. В общем-то и неплохо. Как в темноте он будет снимать? Естественно, хуже, но... Вот так вот. Ну, естественно, хуже снимает, но все равно. Давайте приближение проверим. Оно просто ужасно. Просто ужасно. Просто. Ну и, конечно же. Я тебя укушу. Укушу тебя. Укушу, схвачу тебя. Ну скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь на камеру-то. Не хочет. Не хочет ничего говорить, друзья. Ничего не хочет. Ну, там, где освещенность хорошая, там, в общем-то, и качество уже намного лучше. Вот приближение уже не такое страшное. В целом-то и неплохо.